Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить эфир. Что у нас тут говорят? Это не он точно. Янковский жив, в этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то в риске. Продолжаю поиск. Так, вот оттуда мы в прошлой части свалились в конце, и, судя по всему, мы продолжаем заниматься тем же. Ищем здесь среди этих насосов и прочих безумных переплетений труб Паксона Фертова. Нам, видимо, туда. Основные силы отошли, я напомню, к офису Армахен, корпорации, которая все это заварила, и которой принадлежат клоны. А мы все ищем их телепатического руководителя Пакстона. Так, как у нас фонарик? Вот так. Ага. Что у нас здесь? Выбираемся. А я тебя вижу. Сейчас будут происшествия. Да какого хрена? Блин, да как тут... Подождите, а вот все, вспомнил. Вспомнил, как рукопашный бой. А то заминочка у нас получилась небольшая. Так, видеокамеры все офлайн. Ладно. Идем дальше. Кругом насосы, кругом насосы. Так, ну что, пора бы уже завершать с Фертелем. Мне уже, честно говоря, надоели эти насосные станции. Я хочу в небоскребы, в офисы и тому подобное. Там намного более красивая игра становится. Хотя и тут, в принципе, неплохо. Так, это что у нас за... Что у нас здесь? Да хрен знает. Осторожно продвигаемся дальше. Подпустите его поближе. Ждите моего сигнала. Ага, как же. Нашлись, блин. Ушлые ребята. Подпустите его поближе. Сейчас мы вам так и дали. Так, он там пошел один, да? Ага, гуляет. Ну? Вон он. Отлично. Пистолет-пулемет в закрытых помещениях просто рвет в клочья. Отходим. Куда ты отходишь? Да, конечно, блин, с такого расстояния без замедления стрелять проблематично. Блин, ну круто, перестрелки сделаны. Я уж опять успел забыть, насколько они крутые. Опять буду этим восторгаться. Я вас, наверное, уже достал. Ну, потерпите, блин. Чуть-чуть маленько. Это реально круто. Так, все? Вроде бы все. Хорошо, так, что у нас здесь? Тут у нас ведет куда-то ход, видимо, туда мы и пойдем. Но сначала мы, во-первых, подлечимся, во-вторых, возьмем патроны, аптечку, и посмотрим, что у нас там наверху. О, блин. Обожаю свое хобби. Вот так. Что у нас здесь наверху? Тут тоже какой-то ход. Ну да ладно. Послушаем очередное сообщение. Возьмем гранат сначала, винтовку, броню. Отлично. Что у нас тут? Новое сообщение. Эй, приятель, что там у вас тряслось? Ты в порядке? Если чего, скажи. Не забыл, мы вроде как на пятницу договорились. Отзвонись как сможешь. Сообщений больше нет. Да. Тут у нас... своего приятеля, видимо, звал побухать в пятницу, но теперь не получится. Это печально. Так, ну если... мне, судя по всему, сюда, давайте тогда мы посмотрим, что у нас там внизу. Очень уж не хотелось бы пропускать, честно говоря, какие-нибудь ускорители, усилители и тому подобную тему. Поэтому давайте проверим.
Вроде спокойно. Так, блин, какой-то ход. Интересно, куда это все ведет? А может, не сюда таки надо было? Ну, давайте пойдем посмотрим. Блин, а? Прям лабиринт какой. Так. Обалдеть. Сколько тут ходов разнообразных. Так, еще броня, еще аптечка. Ладно. Похоже, вот сейчас мы идем правильной дорогой. Но что тогда было там? Погодите. А я тут не был? По-моему, я тут был. Да-да-да-да-да. Вон там я, оттуда я появился. И тут у нас... Да, все, понял. Это просто обход был, значит. Ну ладно, будем иметь в виду. Как-то странно мы обошли, как я в первый раз не заметил это. Ну ладно. Не заметил, не заметил. Так, да. Мы по новой оказываемся здесь. Надеюсь, здесь никого не появилось уже. Хотя с чего бы. С чего бы им тут появиться? Эта игра хорошая. Тут бесконечного респауна врагов тупого нет. Так, ну и что? Идем, наконец, видимо, в правильную сторону. Ну, я рад, что мы сделали небольшой кружок. Мы, по крайней мере, удостоверились, что там ничего нет. Иначе бы меня жадность грызла бы. Жаба душила бы. Не оставил ли я там чего-либо. Так, там у нас, видимо, будет замес. Больно уж большое открытое пространство. Давайте посмотрим, что у нас. А, ну все, понятно. Так, это что? Это у нас пиво или энергетик. Не суть важно. Так, ну и давайте пойдем разбираться. Командир, есть новости? Пока нет, оставайтесь на месте. Вас понял. Вижу, сэр! Так, один готов. Лови, 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 давай, давай, давай. Хорошо. Да, блин. А, гранаты тут просто какие-то нереально крутые. Да, я как обычно ни в кого не попал. У меня карма такая, я ни в кого не попадаю. Я косой. Так, это мы покрутить не можем. Откуда стреляют? Хорошо. Еще один. Где еще один? Как минимум один. Еще есть. Где, 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 где? Так. Не такие уж... Ой, 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 блин. Хотел сказать, не такие уж вы умные. И сразу же меня скатило до усрачки напугал. Блин, обходит со всех сторон, а? Так. Ой, блин, да откуда ты взялся? Куда пошел? И главное, молчат. Я уж думал, все, кончилось. Расслабился. И тут этот гад мне расстрелял. Расстрелял всю мою широкую грудь. Так. Ну, что-то я прям не знаю. Ну, уровень сложности у нас... Ой, нога чата лежит. Уровень сложности у нас ветеран. И при этом у меня 8 аптечек, все мертвы. У меня полное здоровье. Давайте мы, что ли, поставим элиту. Будем на элите париться. Раз такие дела. Потому что совсем уж неинтересно воевать с нубьем таким. Они, конечно, довольно умно действуют, но у них искусственно занижена меткость. И это, блин, дает о себе знать. Они просто не попадают по мне. Аптечек должно быть в самый раз. Если аптечек переизбыток, значит, то ли я хорошо стреляю, то ли они просто очень плохо. Скорее второй, потому что я никогда меткостью особой не мог похвастаться. Так, ну что, Феттель, давай уже выходи, потому что, блин, мне надоели эти производственные помещения, они скучные. Я люблю больше ту часть игры, которая проходит в офисах, в тому подобных конференц-залах и прочей
Давай, 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 давай. Как-то я криво кинул. Давай, давай. Ой, еще одну кинул. Ну ладно. А, мне вот гранат не надо. Что это такое? Кто-то с дробовиком снизу, что ли? Блин. Я так и знал. Все, кажется. Ох, меня чуть не убили. Фу. Вот, вот. А, элита дает о себе знать. Так, все, кажется, нет. Нет, нет, нет. Отнюдь. Отнюдь не все. Так, ну что? Ты где? Куда ты делся? Скотина, обошел меня. Сейчас опять либо отсюда вылезет, либо отсюда, но явно не отсюда. Он слишком умен для этого. Если он, конечно, уже не обошел меня понизу, сейчас сзади не расстреляет. Ты где? Блин, Бэтмен какой-то. О, тихо, 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 тихо. Я же говорил, обошел. Ой, блин, умные, умные противники. Ну вот, все, на элите уже стало хоть интересно играть. Так, секундочку. Продолжаем. Меня тут отвлекли маленько. Заставили отбить мясо. И теперь мы возвращаемся. Довольно-таки далеко назад, кстати говоря, откинуло. Это, по-моему, хорошо. Ну давай, 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 давай. Ну ладно, одного накрыло, по крайней мере, это уже хорошо. Очень умные, умные противники постоянно обходят со всех сторон, блин. Я не могу сказать, что это плохо, меня это откровенно радует. Так, вот только вот они ко мне сейчас могут с двух сторон зайти, если не с трех, поэтому надо как-то, блин... Ты где? Только что тут тебя видел. Ага. Блин, надо пистолет-пулемет взять. Винтовка какая-то мертвая. В Фире в третьем, кстати, наоборот. Там пистолет-пулемет мертвый, зато винтовка просто убийственная какая-то. А здесь... Противник! Вот так. Ох, сколько у вас там, ёлки-палки. Так, один готов. Не надо меня окружать, только не это. Ненавижу, когда меня окружают. Все, готов. Так, еще один, похоже, остался. Или два. Так, ну давай, ты где? Блин, у меня оттуда... Вон он обходит, да? Скотина хитрожопый. Ой, 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 ой. Твою мать. Твою мать. Давай, давай. Так, ну вроде все. Можно было, конечно, получше это сделать, но тем не менее я справился, я думаю, достойно и даже жизни особо не потратил. Так, ну что, теперь пойдем туда. В этот раз надо будет записаться перед той битвой, потому что второй раз, вернее, третий раз я уже думаю, мне будет не так весело это играть. Но тем не менее, меня, честно говоря, абсолютно не расстроило. Та смерть. Ой-ой-ой, не та кнопка, не надо. Ой. Но тем не менее. Не надо по много раз застревать на одном месте. Поэтому вот сейчас делаем быстрое сохранение и идем туда. Блин, гранату выкинул. Сейчас гранату бы кинул как раз в них. Так, ну что, где вы? Ой, ой, ой. О-о-о. Ну, вроде не так сильно потрепало. На удивление. Так, еще один готов. Нормально. Мы потеряли троих. Так, ты откуда это сказал? Опять скотина обходит, а? Что ж с вами будешь делать с хитрожопыми такими? Дураки, что ли, совсем? Я не знаю просто. Какие ты возверевшие. Так, ну.
Хорошо. Это хорошо. Так, там у нас лежит моя прелесть. Я должен ее взять, просто обязан. Но сначала надо удостовериться, что никто меня в этот момент не засандалит свинца полную жопу. Так, ну вроде все нормально. Давай спускаться. О, как мне тебя не хватало. Так, у меня теперь гораздо больше слоу моушена. Ну, не гораздо, конечно, побольше. Так, еще один обход был. Обалдеть. И что, идем дальше? Так, что у нас здесь? Только уполномоченный персонаж. Ой, персонаж, говорю, персонал. Опять до хрена ходов. Нам, видимо, вон туда. Но как это сделать? Так, это что такое? Какая-то странная хрень. Так, что по здесь? По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следствием производственного инцидента. О пострадавших сведений не поступало. Однако на месте происшествия все еще работает.